сила уму уступает. Павший герой легко. Раненый рубака лучше, чем гном-призыватель, или намного лучше, чем обращение в пар. Кракен. Отлично. Танк-паук лучше, чем гном-техник, явно. Интеллект-чародея лучше, чем раздражатор. Не знаю. Не уверен, кстати. Давайте сравним. Так. Аркан интеллект 62. Раздражатор 64. Ну, я даже не знаю. Учитывая, что первого добора, ну, хотя бы какой-то добор хочется. Не, ладно, хорошо, возьмем раздражатора. Действительно, не хватает зачастую таунтов. Тебя легко. Еще легче. Механосборщик механизма есть, отлично. Чучело древняя тень, скрытый убийца. Чучело, пожалуй. Значит, что у нас есть? Эфаджи 57. У нас есть древняя тень 50. И да мне не нужна семерка чучела. Бог. Отличная семерка, с удовольствием возьму. Значит, Мурло Полнолов лучше, чем две другие карты. Ух, может быть собака, может быть служитель боли. Служитель боли, мне кажется, лучше вообще всего. Собака тоже ничего для этого мага, потому что, в принципе, какие-то сумоны, да, вот у меня есть вообще небольшие атаки, божественные щиты, собака, все хорошо. Значит, что есть? Мир Рентеди 58. Служитель боли 64. Вожак лютых волков 63. Служитель боли 63. Вожак лютых волков 63. А у меня довольно неплохие карты в лейте. Поэтому мне, может быть, лучше немножечко собаку взять. Небольшой плюс для нее. Может быть. Может быть. Мне кажется, я лучше все же служителя возьму. Или фиг его знает. Не, я возьму мужака. Фаербол легко. Хотя механизмы. Элементаль. Легко. О, безумный ученый вместе с чучелом, давай. Разъяренный Ворген, окей. Серебряный всадник лучше, чем озерное дело, хотя она тоже неплоха для мага. Кислотный слизнюк. Значит, двоек у меня теперь достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но еще одну возьму. Все же хорошая двойка. Конечно же, пятерка. Далее мы возьмем вот это плохо. Это плохо, плохо, плохо. Значит, у меня есть один секрет, но это, в принципе, не важно. Четверка, ну, четверка, конечно. Кто знает, это четверка. Дозорного мы никак не активируем. Ну, давай четверку возьмем. Ледяная стрела. Да, мне сейчас нужны какие-то такие ремуглы жесткие. Я не думаю, что мне нужен еще один безумный темный, потому что у меня все же всего одно, значит. Секрет всего один. Давай могильного паука возьму. Служитель боли. Хорошо, в этот раз я возьму служитель боли. У меня довольно много двоек. Флейм Кэнон. Да, легко. Забытый факел легко. Конечно же, семерка, тут даже думать нечего. Flame Strike, ура, ура. Вот это две лучшие карты, которые я только мог взять. Значит, Великий Бритер и Ментальный Техник. Конечно же, Ментальный Техник.
У меня вряд ли он будет выигрывать. Ну это вообще жесткий маг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стартовых карт до двоек. Значит, и парочку ремувалов есть, и АОЕ. Значит, и флеймстрайк есть, и ментальный техник, и очень силен я буду в лейте. Солидные карты. Добор тоже присутствует. Раз, два. Да, что-то еще же вроде было. Может, не было. Не, не было. Ну да, две карты на добор тоже хорошо. Чем мне нравится колода? Я думаю, мы не хуже сыграем, чем предыдущим магом.